ВТБ – один из крупнейших банков страны, специализирующийся на работе с крупным и средним бизнесом. На этой неделе подвел итоги своей работы в Чувашии за 2013 год на отчетной пресс-конференции. Репортаж смотрите далее, а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Всего за прошедший год предпринимателям республики предоставлено кредитов на сумму более 7 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом, объем выданных кредитов увеличился в 1,3 раза. За это же время проблемная задолженность уменьшилась на 37%. Новой просроченной задолженности у нас за последние 3 года не было вообще, в принципе. И для нас качество работы с кредитным портфелем является приоритетным. И мы стараемся, естественно, работать только с очень хорошими заемщиками. На данный момент наш портфель гарантий более 1 миллиарда рублей. По словам члена правления банка ВТБ Чаба Зинтаи, побывавшего в Чебоксарах с однодневным рабочим визитом, бизнес банка в республике развивается неплохо, но есть еще куда стремиться. Топ-менеджер ВТБ побывал на нескольких крупных предприятиях республики, которые являются клиентами банка. Визит в Чувашию оставил хорошее впечатление у гостя. Тут очень такая взвешенная позиция клиентов. Они достаточно, я бы сказал, тщательно и достаточно предметно планируют свои инвестиции. Они достаточно аккуратно планируют свои обороты, то есть строят свои будущие прогнозы. И, соответственно, под эти прогнозы они планируют брать кредиты. Это, конечно, радует, потому что это финансовая грамотность, которая всегда для банка – это, скажем так, залог успеха, что касается работы с клиентами. В текущем году перед местным представительством ВТБ стоит более чем амбициозная задача – рост кредитного портфеля до 5 миллиардов рублей. Также в планах банка – сотрудничество с правительством Чувашской Республики по финансированию крупных проектов.